Через социальные сети к нам обратились жители города Облучье, Еврейской автономной области, с просьбой оценить мост, соединяющий два района города. Мост находится в аварийном состоянии, опоры сместились от вертикального положения, пешеходные плиты и ограждения разрушены. Слушайте, у меня нет слов, это с ума сойти, какой мост, это опасно. Шаг влево, шаг вправо, и все, и ты не то что в кювете, ты с обрыва сваливаешься. И ладно, он бы был какой-то коротенький, он длинный, не знаю, метров 50 точно, может 100 максимум, но все равно очень опасно. Есть и другая дорога в эту часть города, но зимой по ней невозможно проехать из-за обледенения и низкого пролета путепровода, в особенности крупным автомобилям, например, пожарным службам. Машины падали тут, потому что он зимой намораживается, не чистится он зиму никогда. И падают машины, естественно, перила-то, видите, все переломаны. Это все машинами повинен. Потому что мост надо переделать, это поесть, потому что действительно, что бросили поселок и ничего не делается. Это единственный мост, что можно сюда проехать. Начинается зима, начинается наледь, весна. Там все замораживается. Ни скорая, ни пожарные там не проходят, ничего. Вот мы проезжаем этот мост, пытаемся на нашей машине, под ногами трясутся плиты, и здесь даже стоять страшно. Некоторые плиты, они просто переломлены и упали вниз. Местные жители говорят, что за год здесь падает 5 машин. Я надеюсь, мы проедем дальше. Было, по-моему, предписание от прокуратуры, что принять меры по вот этому мосту. Ну и была попытка принять меры, просто мост разобрать и все. Будет решение рядом строить нормальный мост, рядышком прямо можно построить нормальный мост. Платформы есть, все есть, в принципе, не такие тут большие затраты. Ну, кто-то должен это обсчитать, кто-то должен проект делать и построить, но кто его знает. Вместо проведения ремонтных работ или строительства нового объездного пути были попытки закрыть движение по мосту. Заметим, что альтернативы как таковой нет, и автомобилистам приходится ежедневно рисковать, проезжая по аварийному объекту. Мы осмотрели мост и увидели, что мост состоит из железнодорожных элементов, такие как рельсы и универсальная железнодорожная платформа максимальной нагрузкой до 70 тонн. Такие вещи не используются при строительстве мостов, предназначены для движения автотранспорта. Состояние сейчас моста вызывает большое опасение, так как одна опора уже сместилась. Также видно, что мост не обслуживается ни одной из организаций. Видимо, он не стоит на балансе, либо администрация не хочет брать его на баланс. И вследствие того, что обслуживание моста не происходит, мост стал аварийным. И по этой причине вызывает большую опасность. По результатам инспекции мы подготовим отчет и направим запросы в органы местной власти для прояснения ситуации по этому мосту.